«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», писал великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов в одном из своих трудов. Многие считают, что история Ульяновской области началась с 1648 года. Но это не так. Крупное историческое государство Волжская Булгария появилась еще в эпоху Средневековья, а первые поселения и культура на территории Ульяновской области еще раньше. Именно об этом фильм Бориса Куломзина. Вообще идея витала в воздухе давно, потому что мы проживаем на такой исторически богатой территории, то есть здесь вообще представлены памятники, начиная с 8 века. То есть это еще не было Киевской Руси, а здесь уже бурлила и кипела жизнь. И эти памятники действительно есть, просто мало кто о них знает. Благодаря совместной работе реконструкторов, научных сотрудников и работников киноиндустрии, документальный фильм стал не только ценным материалом для исторического сообщества, но и эффектной, познавательной картиной для обычных зрителей. Фильм снимался на территории Республики Татарстан, Самарской, Пензенской и, конечно, Ульяновских областей. Важную роль в создании картины сыграли исследования и находки на территории нашего региона. Например, начала Красная река в Старомайнском районе. Там найдены как раз вот яркие следы контактов, торговых контактов со скандинавскими купцами. Так называемая фибула, ну это булавка для крепления одежды, но она скандинавская и она датируется очень ранним временем. Впервые фильм был показан в Ульяновском педагогическом университете. На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели вуза, научные сотрудники, председатель совета «Булгарское возрождение» Шевкит Богданов, а также те, кто работал над созданием картины. Фильм об истории родного региона высоко оценили зрители. Интересные фильмы, да, и очень рады, что именно на базе нашего университета, да, такая встреча состоялась. Следующие показы запланированы в Самарской и Пензенской областях Республики Татарстан. После этого фильм будет показан на федеральном телевидении. В 2023 году Волжская Булгария из глубины веков появится в свободном доступе. Юлия Руднева, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.